и подмигивает. Что она делает? Мотор, съемка, камера за их спинами. Другая точка. Да. И я начинаю свой монолог. И вдруг, когда я стал подходить к этому месту, где я сбивался на праве, она расстегивает незаметно от режиссера кофточку, раздвигает, и там была написана фраза на груди. Да я бы скорее потерял даже эти моменты. Как только я это все сыграл, она снова тихонько застегнула. Прошкин об этом узнал сегодня, сейчас, в тюрьме. Лена, ты прекрасна. Отвечай на вопрос.